Другим новостям, министр промышленности республики Андрей Панов выступил с предварительным отчетом по объему добычи золота с января по сентябрь месяце. На настоящее время в Якутии золото добывают в Оймяконском, Алданском, Усть-Майском, Нерюнгринском, Верхоянском, Усть-Янском, Алекминском, Верхнеколымском и в Булунском районах. Основной удельный вес приходится на Оймяконский и Алданский районы, это 39% и 37% соответственно. Достаточно неплохо наши предприятия сработали в этом году, несмотря на то, что у нас некоторые предприятия начали поздно промывочный сезон, ну, это было связано в том числе и с плохой, скажем, погодой, да, с плохими погодными условиями, в том числе это было связано с проблемами в рамках получения дополнительного финансирования перед началом промывочного сезона. Обычно наши предприятия за несколько месяцев отрабатывают с банками, получают кредиты и на этих кредитах ведут свою работу, добывают золото, рассчитываются с банками, ну и в дальнейшем получают какие-то дополнительные доходы.